Всем привет! Это Just Play, это ретро-насилие. Мы продолжаем играть в Front Mission 3. Вот. Little Nightmares пройден. Первый. Хочется еще поиграть во второй. В принципе, весело, задорно. Интересно. Зайдем, посмотрим, что нас ждет. Так, начнем с главного. У нас там три робота. Посмотрим, что они могут. Что они не могут. Так. Кайзен 2. Но тут какие-то, наверное, он вряд ли улучшен. Он, скорее всего, обычный. У него класс повреждения 3. Он прокачан. Ноги 2. Ну, короче, никаких новых умений у него, естественно, нет. Просто прокачанные ноги и руки. Которые мне не дают никаких плюсов. Короче, его мы можем смело продать. Этого тоже продать. Рексон. Ну, помню я его. Нет гранат. Класс повреждения Макс 45. Ну, короче, от тела еще зависит, я так понял. Ближний бой. Ближний бой. Понижение скилла у меня, кстати, открыт. Ну, короче, я же говорю, бесполезная машина. Так, чисто посмотреть, чё бы нет. Ох. Так, идем дальше. Идти. Восьмая дивизия. Да, окей, конечно. Sure. Надо этот такой же стратегии придерживаться, нападать первыми. А то тот раз мы дотянули до того, пока уже совсем ни хрена не осталось. Начали бы сразу их расстреливать, все было хорошо. Или куда-нибудь на одну сторону переметнулись. Мы по всей карте могли двигаться. В итоге с четырех сторон, блин, урон получали, блин. Потому что еще и окружить себе дали. Отлично. А надо было напасть на одну из сторон, и все. Кавада. О, Сасаки. Сасаки вернулся. Короче, кругом бюрократия. Блин, прикольная игра была еще
про роботов. Я забыл, как она называется. Ну, короче, онлайн-песочница, типа того. ПВПшники в основном бомбились. Но была отличная и движуха там вся была, но его закрыли серваки. И заходишь, потом там никого нет. Серверы закрыли. Как и в Торнаменте, в принципе, что тоже плохо. Заходил как-то на сервер Торнамента, точнее на в игру в третью. Серваки закрыты. Вот они играют скучно. Ходил и бомбил. Опаньки. Так, они с автоматиками. Причем с нехилыми автоматиками, я смотрю. И двумя щитами. Ну, договори уже. У них новые ранцы. Скоро у меня будет такие. Хорошо. Типа, идентифицируйте себя. Понял, мы не враги. Так ты угадал мое имя, а? Черт, я думал, мы будем сейчас на роботах мочиться. Они не дали. Самостоятельно, говорит, биться будете. План такой, да. Четвертая дивизия, отлично. Да, такое. Разговоры закончились. То есть я не сохранил, я просто нажал баг, не угадал. Зашел сюда сохраниться. Господа любезные,
Ты кто? Ты противник? Автоматчики, два. Противники. Мы ждем какого-то подкрепления. А, тут еще. Раз. Два. Ракетчики, три штуки. Понятно, ладно. Это не вопрос, шарахнем туда. Этот еще со щитом, и этот со щитом. Круто, что делают. Нам они не нужны, значит. Вот этот не защищен. Фига, у них новые ракетницы. Я тоже хочу новые ракетницы. Фига, трое со щитами, да? Давай сюда шарахнем. Ракетницы у них новые. Я хочу в магазинчик современный зайти, купиться немножко. Немножко подзатариться. Ракетнички новые, это ж клево. Зрачки у него новые. Наверное, рюкзак. Мне это не надо. Мне достаточно ракеты новые. Томаты. Они уже тут современные парни, а мы все еще деревенщины находимся. Кораблями. Что ты пристал к нам сюда? Так. Вообще типа. Давай сюда, шарах. Ближе, наглее. Со щитами, которых я хочу лишить конечности. Как говорится, все остальные не важно, они просто щиты используют. Может быть, я бы и не стрелял бы по ним. Так, идем сюда. Молодые и красивые. Я так понял, с предыдущего боя опыт-то должен переняться. Мы тогда сидели на одном месте, нас чуть не убили. Я подумал, что не хочу. Не хочу там так же сидеть и умирать. Зачем это нужно? Так, все. Нас здесь неплохо кормят. Че нам эти ракетчики? Оставим себе. Мы можем размножить просто умениями одни. Че я раньше умений не О, скилл 2, отлично. Ноги-то дают от тебя удар. О, как ты говоришь, что эти перестрелки ракетами. Нахрен, нахрен. У нас есть более сильная сторона. Тут все прекрасно. Так. Давай.
не против. Когда-то щит ты убрал, я готов постреляться. Но тут я тебе ничего не могу предложить, только щит. Это не вопрос. Парни со щитами раздражают меня эти поведения, что они щиты с собой взяли. Так, здравствуй, мальчик. Че тут хулиганишь? Хватит с ним катану добить. Так он нам не помешает. Щит у него есть. И у этого щит. А вот этот слегка покоцанный. Ему больше всех досталось минометом. Еще и промазал. Отлично. Прямо счастье для команды. Я не могу еще сопротивляться. Я просто буду получать лицо с автомата. Он еще и сосчитал. Да ладно, давай. Ну, вырубит меня. Я, конечно, лихой, ничего не скажешь. Я тоже хочу. Возможно, у меня старый какой-то. Так, парни. Вижу, вы наглеете. Но не отойти, что ты делаешь? Так-то потрепал. Если ты не промажешь, мы еще можем победить. Не промазывай. Мне нужно повреждение. Вот оно. Домахиваться до моих ребят. Блокируй. Мы к тебе все равно доберемся. Я начну, ты начнешь. Какая разница? Да, не вопрос. Все еще не вопрос. Сосредоточимся на одном товарище наглом. Сейчас у тебя либо ходы закончатся, либо у тебя рука отложится. Что? Он даже не блокировал. А этот может ответить автоматчик. Даже не блокировал, охренеть. Я еще не промазал. Отлично, я не просто. Так он себе уверен.
Тут, наверное, можно уже его бежать. Кончились твои ходы. Хрен на эти ракеты. Надо рофапами пахнуть. Ну вот, другое дело. Но мы-то не закончили. Это умение нормальное. Для двух выстрелов. Двое сдающихся, один атакующий. Да, не вопрос. У меня кончились щиты. Поэтому мы будем только отказать. Чё Ты мало того, что, блин, не можешь попасть в него. У него щит. Так ты просто можешь. Я, может быть, с автоматом бы пострелял, но нет. Клетки мало. Вчетвером его атакую, но, блин, даже не поможет. Давай, ладно. Тут уж ничего не попишешь. Кроме того, как разбахнуть тебя в лицо. Ты думаешь, это все, дорогой? Нет. Два умения для того и здесь и создано, чтобы лазить. Просто надо остальные такие удобные. Качать их где-то один. $320. А у этого... Этого можно быстрее добить. Хотя, наоборот, надо большого бить. По чечом его добьем. Тем более он здесь типа за командира. Мне кажется, ты не понял. Нам не нужен он. Я его специально хотел добить. Ну, модные рюкзаки у них интересные. Надо вот сюда. Есть шанс, сделай это. Что за ленивый? Число начал, да ё-моё. Надо было всего лишь его расстрелять. В тело 200. Ну, то есть рофапнуть и все. Нет, надо ему по ногам пострелять. Оставить его в живых. И один шаг лишнего за это вышел. Да и хрен. Просто надо было бегать там под холмами. Ничем не помог за весь бой. Дважды промахнулся.
все-таки ракетница. Но издалека можно щиты избить хотя бы. Не чисто в конфронтацию вступать. Конфронтация. Так, мы не заряжались. Идем дальше. Че этого дурака там разряжать? Там ничего у него модного нет. Тренировочные роботы такие были. Где-то я видел это лицо, он же приходил тут, командовал. Кстати, те, которые... О, Луков еще жив. Ковровые эти переговоры, терки. Объяснит, как пользоваться картой. Пойдем на маленьком пляже повоюем. Ну, маленький порт. Новые пушки тоже, может быть, они в этом еще уже доступны. Я и не знаю о них. Жду магазинчика. Можно онлайн купить. Может быть, улучшения какие-то появились. Хоть что-нибудь важное. Так, вот этот ванзер. Ё-моё. Да ты никакой. Ты мне еще и сдался. Да нахрен ты мне сдался. Кстати, у меня есть какой-то модный рюкзак. А, он таскает много. На 6. Возможно, он подлечился. До свидания. Так. Боди понятно, вепан. Тут хрен поймешь, какой новый, какой старый. О, с топором. Пойдем, конечно, вместо щита топор возьмем. У нас, судя по всему, Гата шил тот же самый батон целый. Куинда 3. Короче, ничего нового не появилось. Ня. Ну, понятно, что мы ищем не там, но что, можно было посмотреть. На всякий случай. Албдурик.
Ладно, пойдем. Я все еще рассчитываю на то, что магазин сейчас откроется, и мы закупимся нормально. То, что эти уже с новыми словами бегают. Да я-то понял, а то он не понял, что вы пристали ко мне. На пляж. Че, магазинчик надо было сказать, какой на пляж. Без стопудов в этом месте есть нормальный магазинчик со стволами. Без меня, я пока пойду за Тарию. Все хорошо. Так, запланировано. Так, шоп. Бары хрен на них, а вот шоп важное в наше время дело. Давай мы вначале сохранимся. А теперь расскажи, что у нас появилось. Какие-то модные боди. Ближний бой. Эти я не знаю, были у меня. А мне главное с этих практически ничего не открыто, только на одном. То есть я вечно с ним гоняю. В чем разница? Тут хрен его знает. Класс. Мода выше. Это тело, по идее. Еще буст. Еще. Ну, короче, все старенькие, какие были. Ноги новые не появились, это новое не появилось. О, рюкзаки. 60. 90. А, нормально. Так, ладно, с этим понятно. Давай-ка мы вернемся сюда. Фатал бустер. Понятно, ударная. Палка. Новый автомат появился. DeSoto M300. Дробаш, который как, блин, станковый пулемет. Мне нравится. Так, скажи, что у меня появилось новое плечо. Да. Фагус. Уху-ху-ху. Так, и нам все равно не хватает. Не хватает одного, блин. Так. Руки можно располосовать. 15. Ага, так. Ну да, бусты висят. 25, 36, 45. И уже, блин, нормальные. Просто прокачанные. Пилот демейдж. Ну давай его и возьмем. Главное, ноги целы остались. Вот. Теперь выглядит вполне прилично. Возможно, даже хватит на хороший щит. Вообще тютелька в тютельку еле влезли. Но он прям прекрасно выглядеть стал. Хорошо. Активация высокая, это высокая.
наоборот. Короче, у меня вполне нормально, что его менять. Идем дальше. Тетенька, мы за тобой. Так, начнем по порядку. Леопон. Минус 10. Звучит интригующе. Значит, руки. Пилот ДМФ. 45. Звезды. Пустя док у меня остается. Что сделать? Тело надо. Тело. Оно мне ничего не дало на самом деле. Но класс повреждений типа больше. Давай руку уберем. Рюкзак 4. 8 нам не нужен. 4 нам и так сойдет. Пойдет. Так. Ну тут неплохой щит. 6 дамаг минус 7. 70. Минус 90 дамаг. Ну да. Таким прикрываться одно удовольствие. Все здесь закончили. Идем дальше. Но тут, уважаемый, мы будем что-то с тобой делать. Хотя он, смотри, вроде неплохо себя чувствует. Хуинда. Минус 7. Че у нас, руки, походу, тяжелые, да? Блин, у меня обе руки по 15. Ну, я могу единственное, что ему предложить. Во-первых, мы ему не повесили рюкзак новый. Теперь должно все влезть, по идее. Хуин, да. Баррель. Прекрасно. А может быть, тот щит он легче? Есть шанс, что он легче, но я прям не очень доверяю этому шансу. Ни хрена он не легче. Значит, наоборот, легче щит надо искать. 13. Будем с бункером идти, зато ноги целые. Сойдет? Сойдет. Бункер, ну что поделать, будет выноситься быстрее, ну неплохо. Зато ноги целые. Так, дорогой мой друг, что мы сделаем здесь? Ну, во-первых, начнем с бэкпака ему. Во-вторых, куинда меняется на это. Это нам меняется на бункер. Сойдет. Так, что у нас тут происходит? Вы теперь чередоваться. Один с нормальным, другой с херовым. Я не помню, какой у меня там стоит у него рука. Две одинаковые.
меня Вуди были. Вуди были и здесь. Вуди у меня кончились. Понятно, тоже Вуди. А Вуди у меня и нет здесь, да? И руки все тяжелые. Пусть будет Кассель. Что делать? Начнем с бакпака. Дальше. Япон. Левая Чогата становится прекрасным Десото. Соответственно, это у нас становится вот этой штукой. А это становится прекрасным. Дальше. Ну, тут все понятно. Автоматы и эта штука. Но щит у нас уже правильно выбран. Мы с ним, я так понимаю, не играли. Куин, да, превращается. Ну а что, пока не превращается, у нас надо бак-бак поставить нормально. Куин, да. Арбарель, так. Прекрасно влезли, идем дальше. Но тут, дорогой, мы будем играть с твоим чувством юмора. Во-первых. Возможно, мы не влезем, Значит, меняем одну руку. Вот эту, да. Да и плевать, пусть эти будут. Так, возвращаемся к оружию. Все влезло. Щит, но, допустим, тоже пригодится. Как минимум, мы его заслужили. А что у нас здесь со щитами? Старые? Ну, потому что мы не влазим, я согласен. Потому что пулемет тяжелый, в принципе. Так, здесь сложнее. Хотя там обе руки легкие, кое-как так-так вместились. Так, понятно. Чугата меняется на Десото, потому что что? Правильно, рюкзак мне взяли. Так, Випон. Чугата меняется на Десото. А вот с гранатометом вопрос. Сука, он тяжелее. Это я еще с херовым щитом. С другой стороны, можно ноги подбить совсем. Ну, в 5 поставить какой-нибудь. 4. 3, 2. Ну, прекрасно. Это даже тяжелее. Ну, я бы не сказал, но... Я что-то думаю, что они равны. Да, они равны. Хотя те ноги были прикольные. С другой стороны, мы можем какой-то еще щит хуже взять. Ты смотри. Банкер 13. Ну, давай другие ноги возьмем. Какая хрен разница? Ноги.
Ход 2, 6, 3. Четыре, ну пока давай, ладно. Окей, окей, блин. Давай тогда мы влазим. И раз мы влазим, значит наверняка мы можем поставить и щит нормальный. Раз мы пожертвовали ногами. Нет. Со щитом тоже облом. А этот можно. Ладно. Зато влезли. В принципе, поздравляю вас с покупкой, сэр. Вроде все. Предлагаю это дело обмыть сохранением. Так, а теперь апгрейд. Деньги у меня вроде есть. Не, давай-ка мы пойдем в том порядке. Хватит чисто на одного, продадим левое говно. Тем более у кого-то мы не меняли вообще ничего. Так, один готов. Сложнее будет с теми, кому мы ноги покупали. То есть одному мы ноги покупали. Тут просто руки куплены. Вроде так не чувствуется. Денег все меньше. Но мы еще не продавали оружие. У нас куча оружия не проданного. Пятерочка, так, 1080. Вот мы и закончили. Так, будем сюда. Ну, парц, понятно. Руки тут тоже особо не поудаляешь. Лекс. Так-то они денег стоят. Запчасти все это говно. Так. Ну, я предлагаю еще оружие побарыжить. Это даже тяжелее, блин.
Да, потому что там новые, все правильно. Что нам эти щиты-то будут? Валяется. Вот, еще 12 тысяч появились. Возим это оружие с собой. Ничего с ним не делаем, кроме как выпендриваемся. Купил, там купил. В итоге 12 тысяч мы куда-то уже слили. Но с другой стороны, я этого ждал. Вот это будет сложный товарищ. Четыре рубля осталось. Куда все потратил? Конечно, обнова 1200 новая стоит. Да, мы вложились. Я думал, что еще что-то продавать нужно. Вроде у всех есть. Да, все в порядке. Тут все в порядке. Короче, все хорошо. У всех отлично. Поздравляю с покупками, ребята. Сохраняемся. Вот. Теперь можно двигаться дальше. Апгрейды стоят. Новые пушки есть. И автоматы, и дробаши. И дробаши. И в принципе... Нам нафиг нужен этот бар, нам надо сразу на базу. Один будет у меня хуже ходить, но ничего страшного. Как все? How is everything? Чё как? Я не знаю, как это можно перевести, блин. Как все, да? Типа, как дела? Как дела у всех? Или хуже? How is everything? Походу мы на веслах. Ну, прикольно, я видел такие штуки. Где тоже квадратиками они обычно. А это сейчас парковаться будет. Высадка. Краском это Япония все-таки. Они же противниками типа были. Типа засада. Ну да, нам надо стволы опробовать.
Нифига такое весло, блин. Попробуем разнообразить нашу игру. Класс мод 20. У этого тело такое, поэтому у него же класс мод 40 стоит. Еще от ног зависит, конечно. Тело на самом деле тоже решает, у них класс повреждения разнится. Так, я хочу попробовать вот эту штуку. По-моему, прекрасная идея шарахнуть по всем. Да? Тем более у меня новый заряд. Это было забавно. Этому не попало. Давай контуженного попробуем. Еще и выбор сделал. Отлично, новая ракета. Антиэф, а это ударник. Вот этого надо мочить. Плохо, чувак. Я тебе взял, потому что что? У тебя урона мало прокачано. Эмма, я играю в основном, а ты должен руку был оторвать. Что ты сделал? Ты его подпустил к нам. Паническая атака. Это что, по несколько выстрелов? Ну да. Контузия у меня. Все, видишь, разобились. А если бы кто-то тут нормально бы шарахнул по нему? Так. Только я не против шарахнуть заново. Просто по этим двум шарахнуть и все. Да они там тусуются, че им? Исправляй свою ошибку. Да блин, дважды. Я уже подумал, может нахрен этот ракетчик, чтобы он там сидел, тупил где-нибудь. Хочу опробовать там штучку. Жизни в них больше. Штучки вроде помогать должны. Да. Но не так, по 63 выносит. Весело. Хорош, молодец, так держи. Да вот ты не угадал тут. Почему мне? Я считал. Ну, в смысле, он есть, я ходы походил, походу, так что у меня на щит не осталось. Странно. Так,
хамишь, людей задираешь. Слабое звено, но блин, надо было брать другого. Я подумал, что он справится. У меня сейчас либо щит закончится, либо патроны, и его убьют, как я мог. Если в том бою точно так же было, но мы будем просто действовать по-другому. По руке, да? Вместо того, чтобы в тело. Конечно. Но не вопрос, давай, оторви правильно. Хорошо. Как-то вы неправильно встали. Да давай, какая разница? Контузили. Опять мы ходы потратили половину. Вечеринка. Да, понятно. Ты смотри, у нас одинокий стрелок. Лоник из шарашки. Ты прикинь, он, короче, это умение все равно конфузию мы получаем. Типа конфузия, блин, даже. Я не знаю, что это дает, но он что-то... Да, не уклоняется ни хера, сразу такой. А нехило, нехило. Давай мы сыграем в эту игру тоже. Хотя, которые там на крыше стоят, но это опять ходы тратить. И
прелесть тех ног, чем была. Там был... Чё, у меня руку оторвало? Руки целы. Или я потому что контужен не могу стрелять? А, у меня ходов не хватает. 13 нужно пальнуть, серьезно? Ну... чтобы просто походить, серьезно, ракетой. Уже не по 10, сейчас по 13 стали. Это тоже, наверное, столько-то уже убивает. Надо эти ноги возвращать, которые были. Они нормальные были. Они по 30 этих съедали, и, блин, ходы еще еще можно было. Ходить, а кошки съедали 30%. Сейчас нет. Ноги-то другие стоят. И ходов нам не хватает из-за этого, потому что, блин, у них по 17, у меня по 5, блин. То 3 раза могли заблокировать, то, блин, вообще, блин, ни одного себе не могу. Даже выстрелить не могу. Короче, надо возвращать нормальные ноги, которые были, которые съедали опашку. Кайзеря, блин. Ну, теперь не походить, ничего не могу. Вроде прокачанные, но что-то не то. Не так они прокачанные, как хотелось. Набор. И надо здесь менять. Ничего не поменяли в итоге. Повреждение руки. О, блин, у меня рука скоро отвалится. Ну, уже неплохо. Уже не зря хлеб свой ешь. Такое ощущение, что я хуже полинозвел, чем был. Или он прям разучился им играть, хрен его знает. Есть риск, конечно, что он меня вырубит. Я жду, что он нормальные умения применит, а не так 568 отдаст просто так, потому что не стреляет. Ну, потому что надо ноги ставить нормальные. Ноги, блин, давали минус 30 постоянно, и, блин, постоянно 20-30 было этих ходов. Сейчас по 5 стоит. Блин, просто выстрелить с ракеты 13 секунд. На, нафиг. Короче. Тебя кончились это говно? Значит, ты и пойдешь. Он меня задрал уже. Стоит тут, выпендривается издалека. Вот об 30 у него есть. На других, правда, ногах. Ну, в смысле, сохраночка у него менее это. Другие вообще не применяют его, как будто нафиг не сдалось. Да, вот поэтому и надо сюда. Я сейчас вообще буду не прикрытый считал. Так, эти игры надо заканчивать. Понятно, нам мозг надавил.
наконец-то хоть умение начал применять. Мы отдали все ноги просто потому, что что? Кто-то не может нормально двигаться. Так добил бы его. Чё одно умение? Я не покупал новую комп, блин. Он играет, как будто у него его нет. Нормально. Ага. Ну 67 так-то не сила, да это там по 40, по 30 или кусило. Это ж такой миниганчик. Ты смотри, перезаряжается. Охреневший воин. Совсем близко со мной. Так, перезаряжаешься? Вовремя. Когда с тобой тут закрываться. Ну, ударь меня. Да. Этому нечем прятать. Тело жирное в утесах. Вопрос. Я хочу ему ответить тем же. Когда надо отнять руку, то надо телом нормально. Когда надо отнять руку, мы не отнимаем руку. Ну вот видишь, ап 30 действует, и у него и ноги нормальные. В смысле, он 15 калорий, что-то видел. Эти не используют F30, странные создания. У них 5 шейн. Так вот иногда не хватает, так приняли. Надо все ноги ставить обратно. Чё за мной идёшь, курица? Да всем плевать, что ты там скажешь. Никто не считает это. Мне просто не походить по-другому. Чем можно их поздравить?
Но многие мы переставим потом, может быть, когда-нибудь. Так, это дополнительный ход. Ну да, ну да. Так, это дополнительный ход, типа выстрела. Но они не всегда его используют. Это еще открыть его надо. А так будет открывать. Тридцаточку снижать каждый раз. Всех они, конечно, есть, но это ничего страшного. Ракетчика мы чуть не потеряли. Ну, руку потеряли, что делать. Слабая рука, потому что слабый щит стоит. Ладно, всякими апгрейдами мы потом займемся. Так-то мысль интересная посетила. Нормальные ноги вернуть. Но у меня сейчас пока на них нет денег. И я все спустил. Отлично. Ну что, друзья, благодарю всех, кто посмотрел. И до нового видео. Всем пока.